Кришна. Сегодня мы идем в кафе. Итак, меня зовут Ариана, а я Варя, а это Аришка. Пошли в кафе. Все, иди в очередь, вставай. Сколько вы на вас рублей есть? Она ничего не понимает, за столько народу. Куда, чего? На камеру снимаешь. Спроси, что есть. Пирожки есть? Да. Чебурек есть? Чебурек есть. Пирожки? Сколько? Сейчас я подумаю. Давайте пока мы займем место в кафе. Варя, пойдем занимать место. Какое нам место занять? Давайте вот здесь. Вот. А вот все как в кафе тут. Постановочка домашняя. Ну ничего, нормально. Вот у нас хиты сезона. Чебуреки, чизкейк, гауранга и имбирный напиток. Вот такая вот заставочка. Гринда, кондитерская. Столик для посетителей кафе. А вот на улице у нас очень хорошая погода. Очень у нас тут красиво, тут кондор не проводится. Пойдемте в кафе, посмотрим, что мы там будем покупать. Вот такие пирожки есть. Так, давайте посмотрим в кафе, что мы будем покупать. Вот у нас. Вот так вот. Это Геннадий. Вот четыре пирожка и что, вот это? Четыре пирожка. Три корочки. А это такие кексы. Вкусненькие, с изюмом. Не готовы еще, жарятся. А вот. Пирожки пока жарятся. И кухня. Да. Вот такая у нас здесь кафешка. Называется она Вринда. Кафе Вринда. Фильтр. Кафе кондитерское. Вот календарики. Вот Кришна шар. Как не видно, вон они. Вот они красивые. Так, смотрите. А вот и цветочки. Вот какая у нас. И здесь всякие книжки о кулинарии. Это физическое искусство индийской кулинарии. Это книжка Эмона Деви. Это книжка «Высший вкус». Это «Царский пир». Веда Приеда Видаси. И Адираджи, да? Ведическое кулинарное искусство. Тут у нас есть корица, имбирь. Вот имбирь. Сколько вот его много. Это масло ги. Это кунжутное масло. Это асафетида. Оно замещает лук и чеснок. А это у нас черная соль молотая. Вот томатная паста, мед, закваски и иван-чай. Тут у нас колбаса, сосиски, только не вегетарианские. Пшеничные. Спасибо. Посмотри, сколько времени. Час 08. Час 18.
Вот здесь сколько у нас тут много колбасок, сосисок, деликатесов всяких. А это хлеб. Собрание, кажется. А тут у нас хлебушек. Здесь так много хлебушков. Ты сказал выключить, так? Мы пока что выключаем.